Бюгугельсвицы! Камера! Камера! Бюгугельс! Давайте проведет ветер, потом подойдет. Слышишь? Что? Камера! И что, снимать нельзя? Ты что, с ума посходили? Лиза, есть. Пойди, гори, пожалуйста. Задирайте, пацаны, гибнут! Как вам не стыдно, что вы там устраиваете? Как вам не стыдно? Прекращайте! Как вам не стыдно? Кто тебе заплатил за это, а? Прекращайте! Ребята, не стыдно! А вы родители, вы что делаете? Это что делают? Чего нельзя? Чего нельзя рубить? Что это? Охраняют. Зачем нужна эта шляпа? Пропусть завтра платить. Ребята! Что вы делаете? Вон это! Вон отсюда! Вон отсюда! Не стал бы варь! Варь, паскуда, отец! Вы такие, вы не кривые. Я паспорт показать! Да вы не сидите на кладбище, что вы уже отсюда кладбище. А пиариться на кладбище можно? Это нормально. Это красава лаку часто, как я сказал. А я не воевал, пусть я здесь воевал. Ребята, как знаки, не бросайся в мою. Они видно, пиздец, как нас не видно. В аэропорту нас не было. Няня, ты шаблон видишь, Серега, за его. Это значит, что... Что вы делаете? Боишься маску снять? Трус! Трус, боишься маску снять? Боишься маску снять? Трус! Боишься маску снять? Подождите, вы спросили, хотите убить или нет? Это не понятно.
Ты хочешь повоевать? Едь он на красную зону. Да едь туда, погоняй. И мне меньше повоевали. И мой ребенок воюет. Нас вот не отворачивает. Тише, тише. Что за дела? Вы хотите подняться? Ты хочешь повоевать? Ты не навоевал. Тебе крови мало. Где ты воевал? Нет, ты воевал. Я воевал. У меня два ранения. Да ты что? Что делаете? Я не против вас, как родители. Как вы родители? Сюда на погибнете. Какой вы сюда пришел? Какие ты задачи выполнял? Прекращайте выяснять это время! Сколько ты решил? Сколько забываешь давай от своих жизней? Ну молодец, так ты за мир, не за кровь! Так и что вы тут устроили? Вы хотите поменять память и все! А что вы сделаете здесь? Не бегите! Не бегите! Что вы делаете, а? Убирайтесь! Боже мой! Тут пишет, что вы откуда были! Убирайтесь! Мы здесь надо это устраивать! На классе! Матери в такую погоду со всего города приехали! Уйдите резко! Врачить его тут на шее! Зачем сейчас беспредел чудить? Пацаны, подождите. Хорошо, скажи, вилку, хай стоит там, блядь, чтобы не было этого цирка тут, блядь. Так нахуй вы чудите, сука? Панорама. Приходите, там общайте. Приходи. Да, блядь. Приходи. Да, был, блядь. Приходи, общался с нами. А там после его... Не пас, после его власти общался. Это все Я тебе еще раз говорю, сейчас поминальный день, я прошу вас, идите керевные, убери пацанов. Дай нормально поменять форму, ребят. Все разборки будут потом. Я не прошу как человек. Вот так вот будет. Послушай нас, сегодня поминальный день, понятно. Убери пацанов. Зачем провоцировать? Я тебе еще раз говорю. Для чего ты вообще показал? Перешитывай своих пальцев. Что, сука?